Так, ну что, продолжаем движение свое к крепости закатной. Много там загадок нас ждет. Пойдемте посмотрим. Закатная крепость. Летний дворец безумного короля Джирана. Бастион Карха на границе с запретным западом. Спасибо за урок истории. Знали бы Карха, что скрыто у них под ногами. Мы найдем здесь много ответов. Да уж, надеюсь. Не помогает. Сходим, познакомимся. Солнце и А, вот он, торговец. Да. Ты нам как раз и нужен. Что тут нам? А, вот это вот. Так как-то по чуть-чуть мы сбросим тут. Остальное пока. Ладно. Вот крысиная шкура есть. А ну пойдемте посмотрим, что там у нас. Пойдемте посмотрим. Так, о! Кольцо солнца. Древний обряд Карха. В Меридиане такого нет. Ну, тут... Не спеши. Глядишь, еще вспомни. Да. Неприятненькое зрелище, но пойдем дальше. Сейчас мы узнаем, увенчалась ли успехом твоя диверсия. Это как понимать? Я обрушила сеть или нет?
Теоретически должна была. Успех. Добро пожаловать в цитадель. Я скоро вернусь к тебе. А ты пока пройдись. Пройдемся. Что здесь происходит? Чужестранцы, хотите узнать о новых наградах, отправляйтесь в тронный зал. Стоя здесь, вы осколков точно не заработаете. Вшивые, ничтожные наемники. Ради осколков я готов даже этого Бакаваса потерпеть. Говорят, как хоть мы ищут кого-то из своих. Платят они хорошо. Во! Во имя явленной славы Солнца! Узрите, светозарный Итамен, истинный король Солнца! Луч во тьме, чья воля — свет, и чей свет — закон! Я повелеваю светлому Бахавусу говорить от моего имени. Волей светозарного Итамена солнце взирает без жалости на предателя Утида. Охотник, принесший его голову, получит 500 осколков. Скорее пленник, чем король. Правда же? Красивые волосы. Нам надо поговорить, охотница. Знаешь зеленый шатер в сумраке? Буду ждать. Я занята. Ты же не охотница за головами. Поверь, Утид невиновен. Помоги мне, пока еще есть шанс его спасти. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчет соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой, и тебя не заметят. Первый раз в цитадели? Должен полюбоваться на кольцо солнца сверху. Ладно, поговорим. Ну а соколы? Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Незабываемое зрелище. Нора, на тебе метка искателя. С этим все не так просто. Я изгой. Как ты? Да. Я Ян. Это мои изгои. И мы готовы охотиться на свое племя бесплатно. Имей в виду. В чем твоя вина? Убийство. Твоя? Я родилась. Убийцы Кикука про тебя не знают. А тебе сложены песни? Не знаю. А тебе? Погребальные. Многие из них... Мы завершаем, потому что оборвали многие жизни. А совесть? Это для слабаков. Это безумие. Не скажи. Они меня увидят. Ты не понимаешь, как просто спрятаться у всех парапет. Можно спрыгнуть с него.
Угу. Другая сторона башни. Найди шахту. Так ты тут уже бывал? Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Я показал тебе лазейку. Но как только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершенные дела – доделай. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? Все ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчики не звала. Так, ладно, пойдем с Ванашей решать дела. Так, ну это вот начальный вход, все. Как говорится. Сейчас мы выберемся отсюда. Там тоже очень интересный побочный квест. Мы сейчас его... Очень тяжелый, кстати, для прохождения. Вернусь попозже. Точно. Та женщина сказала, что будет ждать меня у зеленого шатра в лагере. Да. Может сходить туда? Да. Ты тоже наемник? Кем надо быть, чтобы торговать свои преимущества? Куда это нас несет? А. Вынюхивают предатели. Я начинаю их побаиваться. Точно, точно, побаиваться надо. Надеюсь, им от этого только лучше. Сон. Сегодня мой паёк принес другой солдат. Я спросил его про старого, и он сказал только, его больше нет. Ходят слухи, Бахава нанимает головорезов, чтобы убивать врагов и предателей в рядах Карха. В последнее время мне... Угу.